Здравствуйте, мои хорошие! Соль во все времена использовали для защиты от всевозможных неприятностей. С ее помощью можно самостоятельно избавиться от негатива, сглаза и порчи, а также оставить в прошлом проблемы и неудачи. С помощью соли люди издревле избавлялись от негативной энергетики, накопившейся дома, справлялись с различными недугами и защищались от любого отрицательного воздействия. Эксперты знают, что соль способна изменить жизнь в лучшую сторону, поэтому рекомендуют каждому использовать ее для избавления от любых неприятностей в жизни. Чистка солью от сглаза и порчи. Негативное влияние может прицепиться к любому человеку, даже если он уверен, что неприятности его точно не коснутся. Если вы чувствуете на себе негатив, воспользуйтесь обрядом с солью. Вам понадобится обычная поваренная соль крупного помола, которую нужно растереть по телу. Растирайте соль, приговаривая: «От любого негатива избавляюсь, порчу с себя снимаю, с глаз выжигаю. Вода все смоет, печали заберет, новые двери, к счастью, откроет». Смойте соль прохладной водой и не вытирайтесь полотенцем. Такой обряд поможет быстро восстановиться, если на вас было оказано негативное влияние. Обряд с солью от неудач. Неурядицы и невезения могут преследовать, заставляя думать, что в жизни началась черная полоса. Избавиться от неприятностей можно с помощью соли и травяного настоя. Заварите успокоительный сбор, выпейте его, а затем разведите в стакане теплой воды несколько крупинок соли. Сделайте глоток, а остальной водой умойтесь, проговаривая про себя или вслух: «От невезения избавляюсь, соленые слезы смываю. Вдоволь по судьбе горькой плакалась, да слезы кончились». Наберите в стакан чистой воды, добавьте чайную ложку соли, хорошенько размешайте и оставьте возле кровати. Вечером и утром умойтесь этой водой, чтобы невзгоды навсегда покинули вашу жизнь. Очищение от проблем солью. Напишите на листке все проблемы, которые мешают вам жить счастливо. Не торопитесь. Доверьте бумаге свои переживания, чтобы освободиться от негативных эмоций. Засыпьте исписанный лист крупной солью и оставьте на ночь на столе. Утром сдуйте соль в окно со словами: «Никому мои проблемы не достанутся, но и со мной не останутся. Как последняя крупинка соли на землю упадет, так и удача в дом придет». Листок сожгите, а пепел также сдуйте в окно. Сделайте амулет, который будет защищать вас от неудач. Для этого в маленький мешочек насыпьте соли и капните любимого эфирного масла. Носите мешочек с собой. Очищение солью от любых невзгод. Нередко обряды с солью проводят для того, чтобы предотвратить неприятности. Такие заблаговременные ритуалы помогают укрепить защитное поле организма и противостоять неудачам в будущем. Чистка солью проводится в три этапа. Сначала нужно натереться солью и смыть ее проточной водой. Затем развести щепотку соли в кружке с водой и выпить. После этого соль насыпать в мешочек со словами: «Солью очищаюсь, от бед защищаюсь, невидимый барьер от любого зла создаю». Мешочек нужно носить с собой, чтобы ни одна проблема больше вас не коснулась. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!